Медаль стала самым желанным подарком к празднику. Центр отметил 15 лет со дня основания. Сегодня врачей поздравил и губернатор региона Вениамин Кондратьев. В своем видеообращении отметил, кубанские врачи составляют достойную конкуренцию зарубежным медикам. Центр грудной хирургии – это необычная больница. За сравнительно короткое время врачи, сотрудники, весь персонал превратили клинику в ведущее лечебное учреждение страны. Сделали свой центр без преувеличения – легендой краевой медицины. Вы не просто встали в один ряд с ведущими мировыми клиниками. Вы перешагнули свое время и сделали реальной медицину будущего. Таких результатов другие клиники добиваются десятилетиями. Жители края, да и многих регионов России знают, что за сложнейшими операциями на сердце больше не нужно ехать в Москву или за границу. Все это достижение, конечно, личная заслуга Владимира Алексеевича Парханова. Благодаря его упорству, твердости, сумасшедшему трудолюбию центр грудной хирургии стал таким, каким мы его знаем и каким гордимся. Заслуги краевого центра грудной хирургии отметили и в Минздраве страны. Вероника Скворцова прислала благодарственную телеграмму, а известный кардиохирург Лео Бакерия в видеописьме оценил многопрофильность медучреждения. Но главные слова благодарности предназначались именно врачам. Звание «Заслуженный работник здравоохранения Кубани» и почетные грамоты получили почти 30 сотрудников центра. 15 лет пролетели как миг, и за этот миг сделаны сотни тысяч операций. Обследовано около миллиона больных, которые прошли через поликлинику. И вот этот дух, который мы принесли в эту больницу, это стало мощное лечебное учреждение. Сейчас здесь работают 12 отделений. Это кардиохирургия, эндоскопия, онкология, торакальная хирургия, диагностика. В стране именно Кубанский центр грудной хирургии занимает второе место по числу трансплантаций сердца, уступая только ведущему федеральному центру трансплантологии.